15 апреля в Севастополь поступит ЕГКС для несовершеннолетних детей из многодетных семей. Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения правительства Севастополя. До момента получения карты дети из многодетных семей, дети-инвалиды, сироты и лица, находящиеся под опекой, могут пользоваться временными транспортными картами, пояснила заместитель директора Департамента труда и соцзащиты Алла Кордова. Те граждане, которые подали заявление до 18 февраля, они получили временные карты. Остальных специалисты районных управлений обзвонили и пригласили на прием за получение временной карты. Ориентировочная дата доставки детских карт ЕГКС планируется на 15 апреля. Также Алла Кордова отметила, что карты ЕГКС с поврежденными чипами подлежат замене вне очереди. В том случае, если гражданин получил временную карту с бракованным чипом, он может обратиться в районное управление, либо в департамент, и такая карта будет ему заменена на действующую.